Сильвия! Сильвия! Мне нужно поговорить с тобой по очень важному делу. Мне тоже. Ты хорошо. Убежала? Я сердита на вас, ваше сиятельство. Прекрасно. Почему вы не пришли на мой прощальный концерт? Просто потому, что я уверен, ты никуда не поедешь. Не надо. Мы с вами простились вчера вечером. Мы каждый вечер с тобой прощались и расставались. Но теперь это конец. Что? Что ты сказал? Подожди, подожди сейчас. Ваше сиятельство, вы что, с ума сошли, да? Да никого уж нет. Вы что, ваше сиятельство, опять какое-то безумие, да? Напротив. Это первый разумный шаг в моей жизни. Эдвин, как это понимать? Я послал телеграмму родителям. Домой не вернусь. Люблю Сильвию. И ничто не может нас разлучить. Ой, послушай, какой ты сумасшедший, а? А что теперь будет, а? Конечно. Свобода и счастье. Я буду любить ту, которую хочу любить. Нет. Мы не можем быть с тобой вместе, понимаешь? Нет, нет, не можем, Эдвин. Не можем. Если я вчера еще не знала, уезжать мне или оставаться, я сегодня твердо решила поделать. Я не понимаю тебя, Сильвия. Как ты можешь рассуждать так холодно? Сейчас, когда я все бросаю ради тебя, Сильвия. Да. Эдвин, это наш прощальный вечер, слышишь? Да, да, да. Всего несколько часов. И мы с тобой расстанемся. Да? Если бы ты знал, если бы ты только знал, как я хочу счастья. Сильвия, оставь меня еще. Не надолго пора.